Всем привет! Орхидеи становятся дома все больше и больше, а места катастрофически не хватает. Хочу показать свою орхидею последнюю, то, что мне подарила Татьяна. Вот у нее распустился еще один бутончик, и еще два бутона есть у нее. И два цветочка она отсушила, но все равно она очень красивая. С нее я начинаю свое видео. А хочу поговорить я сегодня о групповых посадках. Очень удобно посадить несколько орхидей в напольное кашпо. Это очень красиво. Поставить дома и любоваться. Прошло время, первую посадку я посадила давно, одну недавно, чуть больше месяца. И я уже могу сравнить, что лучше, что хуже, и поделиться этим с вами. Надеюсь, вам это будет интересно. Ну вот они, две мои групповые посадки. А началось все вот с этой крайней орхидеи. У нее огромные лопушистые листья, и она неоднократно падала у меня с подоконника. Она тяжелая, переваливала горшок и любое кашпо. Но если я не путаю, то трижды она у меня падала. Это даже видно по листьям. А может, уже не видно, нет, видно. Вот видите, изломанные листья. И тогда я задумалась о том, чтобы сделать какой-то вазон такой тяжелый, в котором бы все орхидеи соседствовали, красиво вместе цвели и не переворачивали свои горшочки. На данный момент у меня очень много орхидей отдыхает. Здесь трудится вот одна вот эта беленькая. Что самое интересное, я ее покупала в Леруа Мерлен. У нее всегда три листа. То есть, если вот сейчас растет новый листик, то один нижний не так давно отсох. Вот вырастет этот лист, начнет расти опять листок четвертый. Я уверена, что он тут нижний. Засохнет. И цветет всегда на три цветочка. Три листочка, три цветочка. Так называется это белая орхидея. А эту посадку я сделала 4 апреля. Но сразу хочу сказать, что у меня здесь рассыпалась подова. Не знаю, что с ней случилось. Просто в одночасье она пожелтела. Крепкие, ярко-желтые листья у нее стали и рассыпались в руках. Вот почему-то не сняла я этот момент. Очень сильно расстроилась. Я больше подовы нигде не видела в продаже. Буду теперь искать, надо вспомнить. Потому что она мне очень нравилась. И вот в итоге легата я сюда посадила. Теперь здесь две легата, одна бабочка, одна вот эта. Одна розовая с уценки. С бау-центра и одна розовая, просто розовая. Ну, тут тоже как бы корешки, все растет. Я надеюсь, что они все приживутся. Что с подовой случилось, я не знаю. Я не думаю, что это от того, что я ее пересадила. Если у кого-то такое было уже, может, подскажете мне, что это такое? Что за чудо, почему орхидея просто пожелтела, крепкие листья стали желтыми и развалились. Теперь я покажу отличие вот этих двух вазонов. Чем они отличаются, чем они хороши и чем они плохи. Ну вот, я достала оба внутренних горшка. Хочу показать. Вот только я достала, и видите, вот здесь видно капельки, конденсат. То есть вот эта внутренняя ваза, она зауженная. И вся водичка, которая находится на дне, имеет возможность через дырочки попадать к корням. Ну, дырочка, конечно, я шикарно сделала. Я уже хвастала, какая умельца. Вот даже корни, видите, пытаются пролезть через дырки.
они такие зелененькие там. Вот видите, они все растут, все хорошо. Это ваза та, что подороже, за 1300 в обе. Плюс, видите, у нее какой бортик. Вот сюда ложатся края от этой, от черной вазы. И гораздо легче доставать. Вот это где-то в районе 700-800 рублей. Я не стала вытирать специально внутри ничего. Хочу показать. Видите, какой здесь край? Просто узкий, без всяких бортиков. Вот. Доставать вот эту вазу — это целая проблема. Я сейчас даже не представляете, сколько усилий приложила, чтобы достать. И конденсата нет по той простой причине, что он, черный этот горшок, к белому просто вплотную садится. Но это вот уже корням тут просто через дырочки влага не поступает, только через дно. Не знала, на что поставить, поставила на корзиночку. Вот минус. Вот такие вот краешки, видите, бортики тут совсем малюсенькие. Это вот сейчас я ножом там поддевала, вытаскивала. Здесь совсем другая ситуация. Здесь вот, видите, какой ширины. То есть я чуть потянула, оно вытащилось. А этот прям прилипает. Почему всегда то, что подешевле, хочется где-то в чем-то сэкономить, а получается хуже. Вот такие вот минусы. То есть вот этот вот, если я еще буду брать одну, то все-таки придется брать та, что подороже, в обе. Это не реклама, это просто мои наблюдения. И тут очень высокий, по высоте, видите, какой горшок высокий. И не зауженный, то есть он садится в белое свое ведерко плотно. Не вытащить, не влаги там пройти, тут совсем другая история. Здесь я на дно чего только не положила, несколько пакетов керамзита. Хорошо, Оля Бучнева мне еще коры много дала. Здесь ушло гораздо больше материала, чем в той посадке. Ну, посмотрю, понаблюдаю, как тут что будет развиваться. В любом случае, я думаю, что будет все расти. Дырочки снизу я тоже сделала. Корни, тем более, я показывала, наверное, растут, как бы все хорошо. Надеюсь на лучшее. Вот когда будете выбирать себе кашпо, думаю, что может кому-то пригодятся мои советы. Ну и сразу хочу показать, как я их поливаю. Вот такой вот у меня тазик есть. Я ставлю эти черные внутренние горшочки в тазочек, наливаю воды, и они у меня стоят, пьют. Тут, конечно, вот видите, гораздо выше горшок. И плюс иногда еще из груши проливаю, но я себя ругаю, что я из груши проливаю, думаю, может, все-таки, почему у меня подуло? Что с ней случилось? Что-то же с ней случилось, что-то, значит, я сделала не так. Может, я из груши поливала и плеснула куда-то. Но опять же, она не загнила, понимаете? Даже шейка была прям зеленая. Листья были желтые, а шейка была зеленая. И листья отпадывали. Крепкие, жесткие листья. Что не так? Не понимаю. Надо было взять камеру и сразу снять. Может, вы мне бы подсказали, что в дальнейшем хотя бы такого у меня больше не случилось, потому что орхидею очень жалко подолу. А еще хочу я сделать групповую посадку из желтых орхидей. Уже куплен Крис. Есть у меня Чармер, он сейчас отдыхает. Есть у меня Алоха. Они чем-то похожи. Даже я, наверное, их бы спутала, если чуть немножко раньше, когда мне их еще все вместе одновременно не было. И плюс четвертого соседа к ним докупить, какого-нибудь желтенького, и посадить их всех вместе. Я думаю, это будет красиво все-таки. Хотела я желтую посадку, наверное, сделаю. Будет одна белая, одна розовая и одна желтая. И хотела я желтую посадку сделать квадратный вазон.
Ездил этот раз в полуцентр, и квадратных, я так понимаю, уже нет. Девчата, девочки, мальчики, кто купил себе квадратный? Скажите, он плотно садится, черный горшок, в вазон или нет? Мне очень хочется, чтобы влага все-таки проходила, чтобы был зазор между черным вазоном и белым, вот этим крайним. Поэтому расскажите, кто купил, как он садится, плотно или нет. Ну вот и все. Я хотела поделиться своим опытом, что лучше, что хуже. А вообще мне очень нравится. Очень нравится. Групповая посадка смотрится в квартире очень красиво. И плюс у меня сразу на подоконнике освободилось. Вот последнюю посадку я посадила 4 места. Это ценно. Ну вот и все. Сейчас я добавлю видео от подписчиков. А с вами до новых встреч. Пока-пока.